Здравствуйте, дорогие друзья! Хотела сделать наш третий видеоотчет. Всего у нас было 11 сеансов с Давидом. Сегодня был самый, наверное, счастливый момент нашей жизни, так как одна из девочек, Вика, она сказала свое первое слово, осознанное, адресованное бабушке. Она сказала «баба», села к ней на руки, стала что-то лепетать. В общем, могу отметить, что ребенок стал более контактный, более спокойный и сообразительный, можно так сказать. А другая девочка, Вероника, она стала не просто махать «до свидания», она стала посылать воздушные поцелуи по просьбе. Ну, не всегда, но, в общем, она это уже делает. Это очень счастливый момент такой, радостный, в общем. Также могу отметить, что Виктория ходила сегодня в магазин с папой. И папа отметил, что она себя вела очень хорошо, ходила с ним за руку, она не рвалась куда-то в обратную сторону, не скандалила. Хотя с ней идти в магазин — это, скажем, дело рискованное. До этого мы ходили только с Вероникой, потому что Вика начинала вести себя, скажем так, отвратительно в общественных местах. Также мы были на горках. Сейчас зима, Новый год, мы были на горках, и сегодня мы ушли из горок без всяких скандалов, криков, просто мы сказали «идем домой», и, в общем, мы пошли домой без единого крика. Это тоже было удивительно. В общем, я могу отметить, что у девочек такой, как бы, начался этап развития. Мы сдвинулись с какой-то такой мертвой точки, когда мы катались на одном месте. И я этому очень рада, конечно. Огромная благодарность Давиду. Просто огромнейшая за то, что он делает. В общем, спасибо большое. До свидания.